Три десятка лет на страже дополнительного образования подрастающего поколения. Ямальский центр внешкольной работы в этом ноябре празднует свое 30-летие. По случаю большого юбилея педагоги ЦВР решили подарить хорошее настроение всем иерусалимцам. В воскресенье на базе спортивного центра «Арктика» состоится масштабное мероприятие «Фестиваль науки и творчества. Мир интересных решений». Если вы когда-то ходили к нам, если вы работали у нас, если вы сейчас водите к нам своих детей, или вы просто наши друзья, приходите, мы будем очень рады всех видеть. В работе фестиваля более 15 интерактивных площадок. Впервые пройдет семейная игротека, конструктория, ряд соревнований по шахматам, по сборке спидкубинга, малоинженерные соревнования. Педагоги уверяют, занятие по душе найдется и детям, и взрослым. 24 ноября с 12 до 17 часов организаторы будут рады видеть всех и каждого в центре «Арктика».